Краевой кубок «Надежд» в Сочи разыгрывают уже в 20-й раз. На соревнования 2017 года приехали гимнастки из Армавира, Новороссийска и Славянска на Кубани. Всего 50 атлеток. Цифра далеко не рекордная. Дело в том, что сильнейшие спортсменки из-за накладок во всероссийском календаре уехали на турнир «Олимпийские надежды» в Брянске. В том числе наша восходящая звезда Елена Чурсина. Но, тем не менее, соревнования состоялись, ведь бороться есть за что. Это соревнование у нас традиционное, как подведение итогов за год. Значит, здесь комплектуется и сборная команда своего города, и сборная команда Краснодарского края. Дальше выполнение спортивных нормативов. Это не очень маловажная вещь. Соревнования проводятся среди девушек 2004 года и младше. Как всегда, в числе лидеров – гимнастки из Армавира. Ну и наши в последние годы начинают показывать достойные результаты, в том числе благодаря хорошей базе. Станет ли кто-то из сочинских спортсменок обладателем главного трофея турнира «Кубка надежд», станет известно в ближайшие дни.